Чтобы плита, котел или водонагреватель служили верой и правдой, необходимо раз в год проводить техническое обслуживание. Иначе не избежать пожара или взрыва. Конечно, самому этим заниматься не стоит. Лучший метод – обратиться к специалистам. Работу осуществляют газоснабжающие организации и сервисные центры. Заключить договор нужно до подключения оборудования. Также важно периодически чистить дымоходы и вентиляцию, особенно перед отопительным сезоном. Эксплуатация газоспрещающего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания через дымоход – это газовые котлы, газоводонагреватели – запрещена. И может повлечь за собой не только какие-то неприятные последствия в виде отравления угарным газом, либо возгорания, ну и потери имущества и жизни и здоровья наших людей. При сгорании природного газа в котлах образуется конденсат. Он содержит кислоты, которые способны разрушить дымоход. При перепадах температур этот процесс происходит быстрее. Совет от экспертов – использовать установки из нержавеющей стали. Неисправность грозит не только ремонтом, но и последствиями для здоровья. Угарный газ может попасть в помещение, где находятся люди. Еще один не менее важный момент – обратная тяга. Дым, который не выходит на улицу и попадает в помещение, может привести к пожару. Причин несколько – неправильная конструкция, близкое расположение высокого дерева или недостаточная вентиляция. Проблему нужно решать как можно быстрее, иначе есть риск надышаться угарным газом. За несвоевременную проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также несвоевременное обслуживание газоиспользующего оборудования влечет наложение штрафа до 10 базовых величин. За самовольное подключение газоиспользующего оборудования влечет наложение штрафа до 20 базовых величин. При запахе газа отключите оборудование, откройте окна и позвоните в аварийную службу по номеру 104. Если неисправность коснется котла или водонагревателя, проверьте тягу с зажженной спичкой. В противном случае обратитесь в организацию по ремонту и прочистке дымоходов. Соблюдайте правила пользования и берегите себя. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.